32-летнего жителя Александровского района задержали по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. В одном из коттеджных поселков оперативники обнаружили плантацию конопли. В своей квартире фигурант также культивировал 38 кустов растения. Полиция изъяла у мужчины марихуану массой почти 200 граммов и части растений конопли массой более 90 граммов. За что задержан сотрудником полиции? За культивирование. Данных растений, да? По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.